Джаннаро Контальдо в Италии. Давайте я покажу вам, как приготовить чудесные ньокки альфорно. Это очень просто. У меня тут есть дровяная печь. Ну и почему бы ее не использовать? И я все сделаю очень быстро. Я уже как-то показывал, как делать ньокки. Это достаточно легко. Смотрите наш кулинарный канал. Там есть видео, где я показывал как. Вот и наша сковорода. Превосходно. Сливочное масло. Кусочек масла просто бросим. Пусть топится. Шалфей. Прямо руками оторву пучок шалфея. Господи. Боже. Совсем немного соли. Совсем чуть-чуть. И теперь я приготовлю ньокки. Быстро и замечательно. Смотрите внимательно. Соль. В кипящую воду. Ньокки. Вот ньокки, которые я сделал заранее. Давайте, мои маленькие клёцки. Несколько, много не надо. Давайте, давайте. И вот они, смотрите, как они начинают всплывать друг за другом. В общем, это означает, что они уже готовы за 30 секунд. Вы посмотрите сюда. Шалфей и сливочное масло. Выкладываем сюда эти маленькие комочки. Видите, они всплывают. Перекладываем их, как только они готовы. Как только выложите, слегка встряхните. Я уже вроде бы как все выложил, так что ставим обратно. И продолжаем готовить. И я добавлю немного сыра фонтина. Мне нравится этот сыр. Его делают на севере Италии, но он мне нравится. Когда он плавится, у него замечательный запах, и еще у вас получится чудесный цвет. И к тому же он превосходен с картошкой. Нужно примерно 100 граммов фонтина. Этого вполне хватит, чтобы закрыть всю поверхность. Берем терку, хороший кусок пармезана и натираем его. Все туда же. Примерно половину того, что я уже положил. Слегка встряхнем. И смотрите, что будет дальше. Я поставлю эти превосходные ньокки, которые можно сделать дома в нашу чудесную печь. У вас нет дровяной печи? Тогда как следует разогрейте духовку, если у вас плита. Просто поставим, и пусть подрумянится сверху. Посмотрите на это. Да. Вот это да! Вы только посмотрите. И не надо к этому больше ничего добавлять, это уже потрясающе. Со всех сторон расплавленный и хрустящий фонтино. Но почему я так хорошо готовлю? А все потому, что с любовью и страстью. И продукты у меня все чистые и натуральные. А теперь просто положу себе. И снизу как следует поджарилось, да. Если хотите увидеть еще больше моих блюд, ищите меня на кулинарном канале Оливера. Превосходные ньокки. Приятного аппетита. Love you.